И в завершении выпуска. Ученик школы номер 59 поселка Коренево Тимур Хамидуллин получил награду за участие в фестивале «Родные просторы». Он недавно прошел в стенах Российского государственного института туризма и сервиса. Заслуженную награду Тимур получил из рук председателя комиссии по межнациональным отношениям Общественной палаты Люберецкого района Екатерины Дегтяревой. Она поблагодарила мальчика за участие в фестивале и помимо грамоты вручила еще несколько подарков. А также сертификат на посещение двух бесплатных занятий в секции бально-спортивных танцев «Гравитация» или секции «Самбо и дзюдо». На фестивале «Родные просторы» Тимур Хамидуллин представлял проект про национально-культурную автономию татар городского округа Люберцы. Его выступление с докладом сопровождалось слайд-презентацией. Я хотел рассказать про автономию, вообще кто там был первыми лидерами, потом кто последний лидер был, какие участники ее были, когда она образовалась, ну и про Малаховку тоже немножко, то, что там есть целебные леса, почва хорошая. В подготовке к фестивалю Тимуру помогали его родные и близкие. Старшая сестра Регина, например, давала отдельные советы, как не волноваться во время выступления. Мы вообще в семье за активность во всем, поэтому мы решили, что если есть такая возможность, почему бы и нет. Тем более нас пригласили, мы согласились. Вместе с сестрой и маленькой племянницей Тимур пришел за наградами в редакцию телеканала ЛРТ. Для гостей провели экскурсию, показали работу различных отделов и рассказали, как устроено телевидение. Луиза Егиазарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.